люди, которые вот хотят ковыряться в этом всем процессе, они не знают некоторых нюансов правил. Мы могли оказаться в ситуации, когда мы могли вообще потерять золотую медаль в командном зачете. Этого люди не знают. Этого люди не знают. Потому что, вы представляете, 9 числа ночью Евгений заканчивает произвольную программу. И он катался нормально, он жив-здоров. И в 8 утра на следующее утро надо писать заявку на замену его. Если это вообще замены не разрешены, они допускаются, если произошла свежая травма. Причем они уточнили свежее, когда они услышали выступление наших СМИ и не совсем удачное выступление Жени, что он будет только в командном. Они когда послышали, свежая травма нужна. Если нет свежей травмы, нельзя. Эту свежую травму должна удостоверить, санкционировать это медицинская комиссия Олимпийского комитета. Как он мог, лежа в кровати, там 5 или 6 часов, как он мог получить свежую травму? В душе поскользнулся. В душе а люди готовы были к тому, чтобы об этом, но надо ее показать. Надо было показать. Это, вы понимаете, это было нам поступило предупреждение, что люди готовы негативно отнестись вот к этому демаршу. И это вот тоже последовало бы целая цепь этих выступлений. Так, поэтому давайте разберитесь, потом высказывайтесь. А как вы считаете, считаете ли вы ошибкой то, что Евгений говорил после чемпионата России об этом заранее? Я ваш вопрос не слышу.